Здравствуйте, мои уважаемые зрители. 2 недели назад выпустил ролик под названием «СМИ Армении публиковала такую статью. Мы всей нации больны. Нам нужен хороший врач». Ну и вот, как раз продолжение этого сериала. Сейчас посмотрите, что вчера происходило в парламенте Армении. Вот бутылку кидает. И вот что началось, смотрите. Это парламент Армении, сегодняшние дни. Вот, смотрите, что там такое происходит. Вы поняли? Я говорю, вот это называется власть в Армении. Правильная статья под названием «Мы все нации больны, нам нужен хороший врач». Сейчас я вам зачитаю последние новости. Такого в парламенте Армении еще не было. Охрана силы вывела депутата из зала. Вот тут, видите, это драка, тут военные какие-то, служба безопасности, и вот женщину выводят. Одному депутату из оппозиционеру порвали рубашку. Это в парламенте Армении, там бордель полнейший. И вот появилось видео потасовки, возникшей между оппозиционными депутатами и сотрудниками службы безопасности. Сначала началось с того все, что спикер парламента Армении Ален Симонян поручил охране вывести из зала заседания Анну Мкртчян, которая назвала депутатов от фракции «Гражданский договор» сторонниками капитулянта. Депутаты от оппозиционных фракций «Айстан Армения» и «Честь имея» окружили Мкртчян, не позволяя сотрудникам службы безопасности приблизиться к ней. В конце концов, Симонян был вынужден объявить перерыв. В общем, Анна Мкртчян назвала Пашиняна, предателем, капитулянтом. И вот набросили все на эту женщину, Анну Мкртчян, и чуть не там побили, и за руки вывели из зала. И вот там крики были, слышны были выкрики оппозиционных депутатов. «Что вы творите? Стыдно, прекратите, ты кого бьешь?» В общем, полнейший бордель в Армении сейчас. И вот этот министр обороны бросил бутылку в депутата от партии Пашиняна и объяснил, почему. У них начали бросаться бутылками там потом. Представители провластной фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян, более известный в народе как Шиш Брхов, бутылконосец, своим выступлением спровоцировал потасовку в парламенте. А, этот Саркисян носит бутылки за Пашиняном, постоянно дает ему попить, чтобы он не умер от жажды. Об этом заявил во вторник глава фракции «Айстан» и бывший министр обороны Сейран Аганян после потасовки в зале заседания. Ну вот он бросает бутылку вот в этого и попал, не знаю, не попал, но тот сразу испугался, как сказать. Инцидент начался с того, что Айк Саркисян заявил, что все министры обороны, при которых за деньги или по позвонку освобождались от армии, предатели Родины. А, и все министры, которые во время войны обороны, там, генералы, предатели. После этого Аганян швырнул в бутылку воды, и в зале заседания начался переполох. Бутылки стали лететь со всех сторон. Да, там со всех сторон, в общем, там полный пиздец. До драки дело не дошло. Там практически передрались они там уже все. Вот это да. Вот это что в Армении творится, беспредел. Не знаю, там посмотришь. Это вообще. Вот. Как раз это фотография у них сейчас в соцсетях. Все это гуляет. Такого в парламенте Армении еще не было. Охрана силы вывела депутата. Депутат – это женщина, какая по фамилии Анну Мкртчян. Это депутат. Они вообще не имеют права трогать ее. Там, ну, как сказать, она ведь не, не, ну,
депутат имеет право высказывать все, что думает. Ну, Пашиняну не понравилось, дал приказ ФАС, ее все вывели, наверное, арестуют еще и посадят в тюрьму. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.